Всем привет, с вами Музей Роботов Трансформеров, и сегодня у нас на обзоре два трансформера, которые шли в комплекте друг с другом. Это Сверв, вот такой вот пикап красный, и небольшой трансформер Фланкер. Оба эти трансформера были выпущены в серии Трансформер Триллинг 30 Generation 2014 года. Сверв у нас Legends класс, а это такой наподобие микромастер или трехрежимный трансформер, либо это еще таргетмастер. Хорошо, это вот такой вот типа истребитель, самолет, шаттл, что угодно, очень неплохо смотрится. Миниатюрный цвет пластика с таким серебристым блеском. Классно. Может быть роботом. Вот таким вот достаточно простым. Все убрал, он уже похож на робота. Руки у меня тоже есть. А ноги жесткие. Так, и второй режим — это оружие. Вот. Все, надо сейчас мне попробовать разобраться. Я иногда забываю, как оно вот раскрывается. О, получилось. И рукоятку достать. Вот такой вот бластер. В принципе, достаточно симпатично выглядит. Похожий бластер у нас был и у другого трансформера, о котором уже видеоролик есть в нашем музейном канале YouTube. Так, что же касается Сверва. Сверв трансформируется несложно. Давайте это проделаем. Вот и все. Как я и сказал, достаточно просто. Это небольшие модели. Я решил их сначала заснять, потому что часто они являются недооцененными из-за своего размера и достаточно простой трансформации. Но любой трансформер подразумевает сложный процесс моделирования каждого элемента. Поскольку у этого элемента есть дизайн, есть форма в виде робота, форма в виде автомобиля, все это взаимосвязано. Плюс это надо как-то произвести, то есть отлить деталь. Плюс это должно быть собираемо и иметь определенные допуски и посадки к каждой поверхности при трансформации. Потому что зачастую она достаточно плотная с минимальными зазорами. Либо она должна держать деталь в предусмотренных портах, либо жестко, либо свободно. Ну и плюс достаточная степень надежности. Как мне известно, компания Hasbro, а он является детищем компании Hasbro, это Картоми, заявляют, что трансформеры выдерживают порядка 1000 последовательных трансформаций. Надеюсь, это так. Я ни разу не проверял, поскольку все-таки понимаю, что трансформеры... Я даже не показал вам, насколько он свободы действий. Ball joint, поэтому очень последовательный. Голова может чуть-чуть вращаться, но она тоже, по-моему, слегка на ball joint. Но модель трансформера не подразумевает работу с головой. Так, нога назад, нога вперед. Очень неплохо. Колено. О, как будто театральное представление. Ну и оружие в руках. Да. Самое главное, зачем ему дали этот трехрежимный трансформер, это иметь возможность использовать оружие. Поскольку все трансформеры подразумеваются хоть и добрыми и пушистыми, но
жертвы гражданской войны и вынуждены иметь возможность самозащищаться. Очень необычное тоталитарное общество, которое создал один из расы трансформеров Мегатрон. Причем очень удивительно, до сих пор еще неизвестно, какое же имя у Мегатрона, поскольку Мегатрон — это его псевдоним, который он взял, будучи гладиатором в далекие-далекие года. А вот когда он был ученым, мы до сих пор не знаем, как же его звали. Очень надеюсь, что кто-либо из тех, кто будет делать следующий мультсериал или аниме-сериал или фильмы, все-таки окунется в предысторию Мегатрона и чуть-чуть больше расскажет о его, скажем так, довоенном периоде. Мне лично было бы это очень интересно. Хорошо, давайте трансформируем его обратно в пикап. Достаточно просто и быстро. Из оружия давайте сделаем самолет. Да, вот он так вот выстраивается. Все готово. Прошу. На этом предлагаю завершать этот видеообзор. Подписывайтесь к нам на канал, ставьте лайки, приезжайте в музей. Можете становитесь спонсорами музея, вы нужны. И если у вас есть возможности и желания, вы можете подарить.